осмелели гости просто, и смотрите, и все, вот, ну что. Пущен так шайба вперед, да ведь толку-то не будет. Но вот удалось Шабанову ее остановить. Передача дошла, шайба до... Гол! Гол! Ну вот так вот. Вот так вот эта трибуна у нас возвращается. Вот такой вот бросок от Артема Расулова. Нет, это разве как Нагалеева, конечно. Иван Старцев, правда, похоже, не ожидал. Молодец, здесь Шабанов хорошо сыграл, остановил. Потом он отдает. Вот она рикошетом, конечно, дошла до защитника. Передача Михаила Шабанова, номер 87. Шабанов, вторая передача.